Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Мы продолжаем движение по суровой России. Наш КамАЗ все еще в строю, хоть и застрял в прошлой серии, но... Он все еще едет. Так, а чего у нас по топливу? Петрович, что по топливу? Хорош залипать, Петрович, ты что залип? Ребята, знаете, почему Петрович залип? Он ждет ваших лайков, а вы их не ставите. Петрович мне так и сказал. Он говорит, вот когда ребята начнут ставить лайки, я перестану так жестко залипать. Так. Танхой, проехали. Бабушкин. Бабушкин впереди. Чей? Правильно, Бабушкин. Так, едем. Я по топливу забыл посмотреть. Ну, вроде нормально все. Вроде... Ну да, надо было починить только КамАЗ. Так. Едем, вроде как и неплохо все. Продолжаем движение по суровой России. Ребят, нас впереди ждет множество приключений. Нам ехать еще. Ехать, что, 1200 км. На секундочку, 1200 км. Вы только представьте, насколько это много. Поэтому продолжаем движение аккуратненько. Я надеюсь, что все спокойно доедем. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забираю бесплатно. Прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему Steam аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки. Но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Ребята, едем очень красиво, но не очень быстро, потому что мне кажется, может быть сейчас всякое здесь. Случиться может реально всякое. И, наверное, надо бы было проверить карту, правильно ли мы идем. Но вроде я перед маршрутом проверял, вроде как все хорошо. Вроде как едем в нужном направлении. 1200, ну да, вроде меньше становится. 1200 с чем-то было сейчас, 1200, вроде да. Надеюсь, меньше становится. По стрелкам вроде правильно едем. Ну, вы сами знаете, как они работают. Они могут и так работать, а могут и совсем по-другому. Поэтому едем. Подъемчик тут такой вот. Поэтому, чтобы не ждать, у нас КамАЗ мощный. Я дизелякой нормально заправился. Хороший дизель. Реально попер, посмотрите. КамАЗ нагребает жестко. Дороги так себе, что уж тут говорить. Да, слушайте, уменьшается километраж, значит, едем в правильно все. Так. Мы не обгоним здесь. В принципе, не обгоним. Много слишком машин. Ну и ладно. Или обгоним. Не знаю насчет фуры. Наверное, фуру не успеем обогнать. Вот а что он тормозит? Зачем ты тормозишь? Я за тобой еду, тормозишь. Ну странный тип. Максимальная странность присутствует в нем. Я вот тут подумал. Некоторое время, кстати, не было стримов на этом канале, потому что я не могу стримить на нем, прикиньте. Да, из-за того, что я стримил с музыкой, в общем, заблокировали возможность стримов. Там осталось, по-моему, в районе что-то 40 дней. То есть, возможно, как только разблокируют, здесь продолжатся стримы на этом канале. Ну и плюс я уезжал, поэтому не было видосиков. Но теперь я вернулся, чтобы продолжать эти движения, ребят. Поэтому надеюсь на вашу жесткую... Ё-моё, ребят, как так? А как так? Откуда легковушка во мне? Откуда она просто взялась во мне? Чё за пункт назначения? Я реально не понимаю, откуда во мне легковушка? Я с ней ехал, что ли, все это время? Я не понимаю, откуда Калина во мне взялась? Я буквально, мой КамАЗ буквально рожает Калину, посмотрите. Буквально. КамАЗ рожает Калину мою. Ну, в смысле, мой КамАЗ рожает Калину. Вон она. Так, я жду, конечно, когда этот чувак как-то поедет, но мне кажется, это бесполезно ждать. Нам нужно ехать самим. Нужно просто выезжать. Сейчас вот этот проедет, и я выезжаю. Можешь чуть смелее ехать, там сзади автобус уже, он сейчас тоже меня запломбирует тут. Да ты чё угораешь? Ты не мог чуть-чуть ускориться?
Так. Автобус, стой, я тебя прошу, автобус! Стоять! Стоять! Все, поехали дальше. Куда? Ну куда они прут? Я не понимаю, они куда торопятся? Они в туалет, что ли, все хотят? Так, слушайте, вот эта дорога мне что-то напоминает. Мне эта дорога что-то напоминает. Я ехал где-то по такой дороге. Давайте проверим, там ли я еду или не там. Сейчас опять получится, что... Ну нет, все правильно. Вот тут я еще не был, видите? Переемная. Переемная. Вот туда едем. Все четко, значит. Просто похожие, видимо, ландшафты. Ничего страшного. Ничего страшного, абсолютно. Просто едем и едем. Мне кажется, я здесь... По похожим дорогам ехал на Мерседесе GLE. Купе. Вообще мощный Мерседес. Просто солидный, красивый был. Но, к сожалению, он не выдержал этих суровейших дорог. Но сейчас, конечно, если мост будет такой подвесной, то я прямо скажу, что да, это было уже. Ну, объезд какой-то. Объезд какой-то, ну-ка. Что тут у нас будет за объезд? Ну, вроде нет. Не, вроде не ездил здесь. Так, вот это опасно сейчас. ЖД переезд, это всегда опасно, ребят. Я застревал уже неоднократно, причем реально, не наигранно. Застревал на ЖДшках, прям, ну, Так, тормозим. Ну, вы сами могли видеть, сейчас могло случиться просто страшное. Просто могло произойти сейчас страшное, ребят. Главное не застрять на ЖД-переезде, правильно? Главное не застрять. Давай аккуратненько, аккуратненько бочку свою провози. Да, я тут не ездил еще, кайф. Вот это мне нравится. Вот это мне уже нравится. Что за заварушка, войду в нее. Кайф, ребята. Так, вот это мне не нравится. Вот это мне вообще не нравится. В смысле? Это как? Это что значит? Это почему я еду по рельсам? А почему я должен ехать по рельсам, я не понимаю. А меня не догонит поезд случайно? Ну, такое невозможно. Ну, что-то как-то... Вон, посмотрите, улетел... А, поезд встал. Впереди встал поезд. Интересно. Интересно, ребята. А чё это он встал? А как? Это точно объезд? Погодьте, это точно объезд? Вот это вот. То есть мне пришлось ехать по рельсам, и это точно объезд? Походу поезд там кого-то похоронил. И из-за этого так произошло. Ну-ка. Давайте посмотрим. Ознакомимся с происходящим. Да, поезд просто похоронил две фуры. Но прикол-то, видите, в чем? Я с этой стороны не объеду, придется тут как-то пробираться. Я не знаю, получится, нет. Сейчас будем пробовать. Потому что здесь они уже не распломбируются никогда. Это все тут. Просто навечная пробка. А этот что встал? Тоже думает, да, а что дальше делать? А что делать дальше? Вот интересно будет сейчас, если сзади полетит поезд. А, он встал. Хорошо. Хорошо, поезд встал. Ну, тогда чего? Чего же мы ждем, ребята? Тогда чего же мы ждем? Мы сейчас просто-напросто с вами будем объезжать это по обочине. Причем вот по правой. Я думаю, что получится объехать. Давайте в кабинку возвращаемся. Очень тут как-то узенько. Но будем пытаться. Ну а как? Я других вариантов особо не вижу. Так, вроде... Ну, лезем, а куда деваться-то? Тут пломбировка такая жесткая произошла. Ох, там в миллиметрах просто, зацените, в миллиметрах. Миллиметраж. Так, ну пока едем. Пока едем.
поближе, наверное, да, нужно держаться как-то вот максимально близко. Решил объехать пробку, ребят, называется, да? Решил просто объехать пробку. Ну, вроде как-то едем. Вроде как-то едем. Вот это жесть, конечно. К такому меня жизнь не готовила. Я буквально вчера ездил на поезде. Буквально вчера. А сегодня мне предстоит вот так вот объезжать на КамАЗе эту пробку. Это, наверное, я вот вчера сошел с рельс, где на поезде. Вот это вот я. Так, и аккуратненько сейчас будем заезжать. Главное, чтобы никуда не стащило, потому что, сами понимаете, это вообще может закончиться очень печально. Ну все. Все, кайф. Кайф. Смог. Просто по рельсам. По рельсам объехал пробку. Так, а мне теперь вот сюда надо. Все. Добренько, добренько. Мне это нравится. Хорошая дорожка. И опять по рельсам вроде сейчас полетим, получается, да? Опять по рельсам. Бам! Ну, надо ехать быстрее. Мало ли чего поезд какой поедет. Оно прямо страшно тут ехать. Прям страшно-страшно. Так, в переемную приехали. В переемной мы, я думаю, ничего делать не будем. Хотя можно было бы попробовать починить наш замечательный грузовик. Но он вроде как и едет, пока мы не будем ничего делать с ним. Так, неплохо. Объезд закончен. Сейчас по асфальту полетим дальше. Все, едем. Едем. Хорошо, что двухполосочка. Легко можно с левой стороны объезжать всех, с правой, то есть. Че там впереди? Че за тупняк впереди? Не понял сейчас. Че за тупняк? Хоба! Быстро еду, да? Ё-моё, ё-моё, ё-моё! Вот это жесть. Вот это педалю. Вот это педалю я. Крути педали, пока не дали. Сейчас дадут. Не успею. Успею? Успел. Сколько? Сколько мы? 160. Тормози, 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 пожалуйста. Как же ему повезло, вот этому типу впереди, как же ему повезло. Я просто настолько продавил педаль в пол, вы бы знали. Вы бы знали, насколько я его продавил в пол. Так, какая-то просто жесть происходит впереди. Смотрите, какая жесть. Какая жесть. Давай. Давай, пошел. Пошел, родной, пошел. Все, газку. Газку, газку. Газку, давай, Филимон. Давай, газку, газку. Газку, газку. Пошел. Давай, 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 в горку, давай, давай. Сейчас мы обгоним его. Даже не знаю, что это за машина такая. Ну пишите в комментах, что это за машина была. Так, пошли, американские горки. Что за заварушка. Слушайте, ну неплохо. Я так еду, потому что у меня прицеп пустой. Вы должны понимать, это исключительно из-за этого. Если бы прицеп был... Вот сейчас полетим, мне кажется. Летим. И в кювет. А нет, нормально. Нормально! Вот сейчас! Как это забавно! Я не знаю, как это со стороны выглядит. Наверное, круто. Ну просто подъем, понимаете? Мне только с разгона, я иначе не возьму подъем. Только с разгона надо ехать. Только с разгончика. Так, подъем, конечно же, я не вытяну, поэтому вот приходится таким мерам прибегать. Чтобы просто выехать в этот подъем. Так, впереди что там? Яма? Канава? Как всегда. Бабах! Просто дудух! Вот так вот в подвеску. Такие удары мощные. 170. 100. Нет. 180 не было. Но 170 тоже неплохой результат. Неплохой результат. Так. Пропускаем. Ох! Чё за заварушка? Я реально пытался остановиться. Реально пытался. О нет, у меня опять
Опять прицеп влип в землю. Я просто хотел как форсажа на него наехать. Ну, давай! Так, блокировка, срочно. Давай, наезжай на него, пожалуйста. Пожалуйста. Так, у меня бочка все равно залипла. Ну как? А, подождите, пневму. Пневму поднять надо. А если заднюю опустить? Ну уже, давай, чуть-чуть еще. Давай, сейчас получится, вот сейчас. Бам! Ну почти же. У него вот это вот... Вот эта штуковина мешает, мне кажется. Вот у меня на бампере, видите, такая, и у него вот тут стопор какой-то. Мне кажется, если бы не оно, я бы прям заскочил туда. Так, по-моему, мы ерундой какой-то начали заниматься, но интересно же. Не могу заехать на него. Не, ребят, не могу заехать. К сожалению, форсажа не получается. Брат, ну ты вообще все запломбировал здесь. Ты, может, как-то поедешь уже? Че ты встал-то? Ладно, у меня бочка провалилась, я понимаю. Но ты-то чего? Так, вы должны понимать, что мы сейчас едем прямо на такой грани жесткой. Ну, потому что оно реально может сейчас все сломаться. Сейчас реально может сломаться вообще все. У меня прицеп в земле торчит. Просто в земле торчит. Мне кажется, нужно остановиться, где-то передохнуть. После таких мероприятий страшных. Нужно просто где-то остановиться. О, прицеп ожил. Сейчас найдем какую-то парковочку и встанем, передышнем, попьем кофейку, потому что, ну, это вообще жесть. Это что такое? Это как вообще? Так не должно быть. Прицеп никогда так не должен делать. И форсаж вот этот, NFS, Need for Speed Underground не получился, очень хотелось. Движок неисправен, да, нам нужно где-то притормозить, кажется. Кажется, надо где-то притормозить, чего-то нам явно не хватает. Так, ребята. Сейчас будем где-то пытаться остановиться. Ну, найти, вернее, место для остановки. Можно, конечно... Можно вот здесь было. Ну ладно, может сейчас доедем куда-то, где более подходящее будет место для этого. Так, вот что это, перекресток или что? А, работы. Это не перекресток. Ядрен батон. Хотя, подождите. Вот тут сейчас встанем. Хотя бы маслечко надо, может, сменить. Я не знаю, что он глохнет-то. Вот тут как раз как объезд. Так, ручничок поставим. В принципе, все, нас объезжают. Там как раз отбойник меня защитит, если что. Сейчас надо посмотреть, что как. Может, масло, может, я поддон пробил, пока об него бился там, или еще что. Сейчас будем проверять машину. Ребят, на этом будем заканчивать. Понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока.